Вы открыли художественную выставку, я видел в газете. Если бы мы знали, что вы интересуетесь, и вас бы пригласили. Нет, спасибо. Такие вещи не для нас. Ваш архитектор стал знаменитой, та, которая получила недавно эту, в газетах читала. Премия фонда Халита Муна. Анурбей, дружище, ты, наверное, догадался о причине моего визита. Рассказывайте, я пойму, Сабахатинбей. Джелиль Карабаш попросил меня сходить поговорить с тобой. Ты знаешь, он тоже пытается выиграть этот тендер на строительство центра, которым вы занимаетесь. Как и мы, в общем. Именно. Только он для этого гораздо больше вас потрудился в Анкаре. Если хочешь знать мое мнение, он его заслужил. Вы ведь еще ничего не подписывали. Оставь, пусть этот кусок достанется брату Джелилю. Сабахатинбей, то есть вы хотите, чтобы я отказался от этого тендера, и он достался Карабашу? Я прошу от имени Джелиля. До настоящего времени вы с Кемалем очень неплохо вели дела с иностранцами. Слава богу, у вас все хорошо. Вот и продолжайте. Да и вообще, я не понимаю, зачем вам лезть в эти тендеры? Анур, друг мой, это дорогое удовольствие. Верно, Сабахатинбей, дорогое. Ты хочешь сказать, что все, что нужно, сделано? Именно. Поскольку вы не могли это сделать сами, значит, вопрос решили ваши партнеры. Чиликиншат, Зафер Гюндюзальб. Вот тебе мой дружеский совет. В этой жизни не доверяй никому, даже собственному отцу. В этом я на своем опыте убедился. Это почему? Поверь мне, не потянете вы такие дела. Никто никогда не знает, какой ветер подует в Анкаре. Извините. Заходи. Не хочу мешать. Нет-нет, Сабахатинбей как раз уже уходит. Что ж, брат Анур, говорят, посланий секут не рубят. Я пойду. Зря вы себя утруждали. В чем дело? Кто это? Да так. Хочешь, чтобы мы от тендера отказались? Мы его забыли спросить. Мы были готовы к этому. Чему же ты удивляешься? О, какой сюрприз. Сабахатина Гаоглу. Желаю успехов, Зафер Гюндюзальб. Спасибо. Будете, значит, Стамбул застраивать. Иншалла. Ты-то нечасто из Анкары приезжаешь. Надеюсь, что этот твой визит был удачен. Они все удачны, дорогой Зафер. Хочу, но у меня намечено... Не удивлюсь, если на нас повесят связи с общественностью. Я тоже. Шахризат Ханым, вот вам с курьером доставили. Благодарю. Не за что. Это просто невероятно. Какая наглость. Что случилось? Сто раз сказала человеку «нет», а он, как ни в чем не бывало, присылает мне договор. Они к этому привыкли, Шахризат. От их предложений не отказываются. Алло, Читинбей? О, Шахризат Ханым, здравствуйте. Вы получили наш договор? Да, получила. Но я не понимаю, зачем вы мне его отправили. Я полагал, что вы передумали. Нет, Читинбей, я не передумала. Пожалуйста, не настаивайте больше. Не настаивать? Ну что вы, наше дело угрожать, ваше дело отказаться. Шучу, шучу. Наше дело предложить, конечно, но вы еще подумайте. Простите, но думать не о чем. Шахризат Ханым, вы тянете с решением. И что вы хотите этим сказать? Вы что, мне угрожаете? Ну что вы, просто предупреждаю. Послушайте, я тоже предупреждаю. Если будете продолжать, это ничем хорошим для вас не кончится.
Ну ты посмотри, а? Уже и до прямых угроз дошел. Предупреждает он. Он угрожал? Ладно, забудь.